Пожарные и спасатели в районах области получили передышку. Благодаря осадкам ситуация в регионе стабилизировалась, заявил сегодня руководитель областного управления МЧС России Виктор Орлов. Напомню, по решению губернатора была усилена административная работа в муниципалитетах. Еще неделю назад в регионе фиксировали сотни термически активных точек. В руководстве оперативных служб уверены, активная фаза опасного периода пройдена. Прогноз пожаров на лето, согласно опыту спасателей, оптимистичный. С июня по август в Новосибирской области, в отличие, например, от Иркутской, лесные и ландшафтные возгорания фиксируют нечасто. Добавлю, что с начала пожароопасного периода экономический ущерб, нанесенный огнем лесному фонду, составил 4 с лишним миллиона рублей. К административной ответственности уже привлекли 1300 физических, юридических и должностных лиц. Следует отметить, что этот год можно считать таким хорошим переломным, в хорошем смысле слова. Около 500 административных дел возбуждено административными и административно-техническими комиссиями муниципальных образований именно за содержание территорий, то есть за неуборку на своих участках, за сухостой и так далее. Это очень большой результат. Мы к этому результату шли предыдущие годы.